же Богу, когда советские корабли... Подготовка к старому Новому году. Да. Вообще все, я в кармашках.
Все перемешалось в мире. Люди, звери, фильмы, мультфильмы, реальность и сказки. Царскую дочь. Самый день.
вообще, иначе сейчас по короне твоей достанется, а? Так, Поликарп Никанорович, а? Слушай сюда, ты что ж так некрасиво поступаешь, а? Красивые мальчики так некрасиво не поступают, а? Я думала, что он совсем чистым сердцем, понимаешь, что ты решила оскорбить мою... Я же как истинная дама, как жена царя, понимаешь, что купила майонезу, шубу сделать, а ну, а? Так, иди сюда, я тебе что хочу сказать. Ты меня решила оскорбить как женщину, ой, как жену царя, а? Вот тоже слушай, тетю Веру можно... Опустить, понимаешь, она встанет, выплюнет снег, и на снег таки за горло, а? Ой, как известно, мы народ горячий, и не божусь в нежности телячьих. Мы любим за тот мячий души, любит людей, любит людей, любит людей. Вот она летела, Воробьёв, а, на чужое горло. Ой, не свести, то денег не будет. Вот то я не зря видел во сне кусочек сырого мяса, а? Yeah.
Точно люди знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера.
Построил я летучий корабль. Теперь слова заветные нужны, чтобы он полетел.
Ничего не хочу.
Ой, а ты хорошенький, а? Слухай, а деньги у тебя есть, а? А то, у меня авто, летучий корабль. Ох, ничего себе. Слухай, а ты случайно не брешешь, а? Да мне тут костюмчик прикупил. Костюмчик, да? Сейчас я посмотрю на твой. Я сейчас посмотрю на твой костюмчик. Я сейчас посмотрю, мы вместе посмотрим на костюмчик. Вот он. Сиди здесь, посмотри. Внимание, перед вами авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова, архитектор Роза Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрый. Перед вами костюм «Универсал 2011», поощрительная премия на Межобластном фестивале в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет нам легко превратить спортивные штаны в брюки. Но это еще не все. Легким движением руки куртка превращается в классический костюм. Встречаются, любим, рождаются, женятся.
ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? До сих пор наука так и не выяснила. Что же там такое на Марсе, а? С Новым годом еще раз. Неужели вы не рады Новому году? Я не слышу. Мы встречаем вместе с вами Новый год. Мы встречаем.